И снова здравствуйте всем рыбакам и не рыбакам. Сегодня у нас очередной видеообзор. А, с вами снова Серый и мой ассистент Татьяна. И сегодня мы решили, так сказать, наверное, скорее всего, в этом году завершить сезон рыбалки. Покидать снова сеть. Давно мы ее не кидали. Я, может, уже даже разучился чуть-чуть, как ее правильно кидать. Фу, вонючая. Рыбой тиной пахнет. Подготавливаем сеть к забросу. Запуталась маленько. Ну скажи что-нибудь, не молчи. Ничего не будешь говорить. Ассистент мой не хочет разговаривать. Говорит, без комментариев. Какая же она длинная. Тань, как эта снасть называется? Я молчу. Чувствую, сейчас я закину. И не вытянешь. И не вытяну ее. А вытянешь русалку. Или вытяну, то с очень большим мусором. Ну что, поперли, ребята, первый наш заброс. Не знаю, перепутался, не перепутался. Слабовато. Ну что, ребята, ставим лайки и делаем ставки. Кто говорит, что мы браконьеры? Сейчас посмотрим, какие мы браконьеры и сколько мы рыбы поймаем. Вот вся рыба, ребята. Опа! Большая и могучая рыба. Ну что, сейчас мы чуть-чуть распутаемся, приведем сеть в порядок и бросим еще разочек. А пока все. Мы не браконьеры. Первый раз вот забросили, видели, хоть одну рыбу вытащили, хоть одного рачка нет. Сейчас еще разочек бросим. Сеть у нас 720 сантиметров раскрывания по диагонали.
Ну чё, вот пока я ее перебрал, уже вспотел. Поехали. Встань туда. Так более-менее раскрывается, да, до того, как было. Ну да. Травой чувствую, тащу. Где рыб-то, ребят? Какая-нибудь одна. Нет рыбы. Ну и кто здесь браконьер? Пока все. Ну что, ребята? Третий раз, как говорится, Бог любит троицу. Сейчас третий раз забросим. Нет здесь рыбы, одна трава. Я уже весь мокрый, устал, сеть набухла, водой тяжеленная, неподъемная. Сейчас еще раз бросим, и я думаю, на этом сезоне мы, думаем, наверное, закончим эту рыбалку. Ну чё, контрольный заброс. Ветер видел, прям полетел, а потом и ветер. А так прям раскрылось уже почти как положено. Но все равно то 7 метров, а это на сколько? Метра на 3 только раскрылось. Нормально. Вот такая рыбалка. И кто говорит, что мы браконьеры? Где мешок, где ведро рыб? Ни одной плотвички. Ни спалец даже не попал, ребят. Браконьер. Купите сеть, закажите, купите, половите, и потом узнаете. Как видите, ребята, вот такая вот рыбалка. Ни одной. Хоть бы одна чешуя где-нибудь мелькнула. Трава. Одна трава. Траву всю собирает, рыбы нет. Ну что я могу сказать? На это... Наше видео подошло к концу. Подписываемся на канал, ставим пальчики вверх. Не забываем. В следующем году еще будет тоже много видео. А еще в этом году будет много видео. Поэтому вот так вот. Всем пока. До скорых встреч.